Микрорайоны ИЖС, научный центр 1, 2, 3 и Пушкарские дачи в Старом Осколе теперь будут обеспечены водой без перебоев и в полном объеме. В муниципалитете запущено новое оборудование магистрального водопровода. По гидравлическим расчетам, диаметра старого трубопровода было недостаточно для качественного водоснабжения. У нового узла подачи воды он больше – 315 мм. Длина новой трубы, врезанной в старую, более 2 км. Этого должно хватить, чтобы решить проблему с напором воды и ее количеством для жителей Старооскольской агломерации. Мы должны были объединить два водозабора Старого Оскола, чтобы как раз-таки решить эту задачу. Совместно с городским водоканалом мы разработали проект этой перемычки и в короткие сроки, буквально за полтора месяца, построили и запускаем его в работу. То есть мы провели хлорирование, подготовку. На объекте трудились три бригады и несколько единиц техники. Помимо демонтажа старой трубы, был выполнен большой объем земляных работ, также благоустройство прилегающей территории, а еще заливка асфальта. Напомним, что по инициативе главы Белгородской области в 2021 году на решение проблем с водоснабжением и водоотведением направлено 3,5 миллиарда рублей.